Меня зовут Илья Амилия, я организатор и ведущий всевозможных мероприятий, праздников и так далее. Моя задача выбрать сейчас максимально подходящий вариант для семьи. Бюджет, который у нас есть, это 10 тысяч долларов, либо 21 тысяча белорусских рублей. Меня зовут Лера, и на данный момент я в декрете. И помогаю своему мужу замечательному выбирать автомобиль. Имеем 10 тысяч и имеем вариант купить новую машину. Скорее всего, это будет легковая машина. Мне, как мужчине, было бы хорошо и удобно, и приятно иметь уверенный автомобиль, который может себя проявить как на бездорожье, так и в городе. Для меня самое важное, чтобы машина была вместительная, комфортная, потому что есть дети, пока это один ребенок, семья сама по себе растет. Тем более у нас есть родители, которыми мы ездим в гости, в деревню, куда угодно. Поэтому она должна быть комфортная, вместительная и довольно-таки малобюджетная в том плане, чтобы не тратить много денег на обслуживание, на бензин. То есть такой хороший городской вариант. Доля того, что я хотел от внедорожника, здесь присутствует. И в данном случае клиренс, и, скажем, вместительность, все это учтено, и это есть. Исходя из бюджета, рассматривали сначала машину все-таки легковую. До кроссовера немножечко не дотягивали. Но когда увидели этот вариант, поняли, что совсем переплатив немного, можно получить вариант хорошего такого комбо. Это и кроссовер, и городской вариант, в котором можно вместить все свои вещи при большом желании, детей перевезти куда-то родителей, возможно съездить даже в какое-то путешествие на большое расстояние и все это сделать с комфортом, что самое важное. Здесь с небольшим перелимитом, скажем, мы выше, но тем не менее здесь есть дополнительный ряд всяческих возможностей до финансирования, кредитов, лизингов, рассрочек и так далее, плюс выкуп авто вашего личного, то есть то, что, скажем, расширяет возможности, да, для покупок и, опять-таки, дополнительных каких-то, может быть, вещей, то, что хотел бы включить в автомобиль. Поэтому это тоже очень приятно, почему не использовать.